Но здесь вот мало, видите, выжило. Очень мало выжило вот этих ветлин. А, ну что здесь? Вот зато на этой стороне больше. Да, тут вода больше. Так, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Которые толстенькие, они хорошо проросли. 1, 22. Смотри как. Запасная земля. 2. 22. Уже обрушивается начало. 24, 25, 26. Посмотри, какая высота. Сколько здесь? Метр 4-то есть? Ну да, есть, да. Есть. Ну, короче, примерно 100 с лишним приросло. Ну, а сколько останется, это не знаю. Вот. Здесь у нас бетонный спуск был. Вот он его, видать. Нигде даже не подтекает. Все, забутили. Не знали, как остановить. Земля, глина и... Вот тут яма, она выдолбила вода. И с соломой. Ну, а тут натянули... Вот забили, проволокой между собой стянули, все. А то, говорит, это непростое дело, не урони, смотри только. Непростое, но надо делать. Как сидеть? Вот тут она все разваливается, смотри, насколько выше. Это бульдозерист ездил по этой вот. А держится-то все ни на чем. Вот ее где след шел, вот. А там-то, смотри, если земля бы пошла, он сразу кверх ногами ушел бы. Трактор, но Господь сделал так, что вот оно, видно его. Покажи трактор. И какая там глубина. И Господь вам позволил все окончить. Мы не стали разравнивать, чтобы удобнее брать было. Вот оно что. Мы только посмотреть уже некогда, надо уходить. Вот оно какое дело-то. Посмотри. Ну тут больше 60. Вон сколько все приросли. Они более глубоко зарыты были, только поэтому. А более глубоко, это значит сырое было. О, жесть-то как опустилась. А почему? Вот снегом... А? Это снегом ее сдавило. Ничего себе. Нет, а... нет, это нижняя, Игнатьевна. Нижняя, нижняя. Я не пойму. Что? Это нижняя. Нижняя? Да, верхнюю, видимо, сломала. Вон она где, посмотри. Видел, как снегом прогнуло их? Вот это даже непонятно, как могло прогнуть, когда они березовые. Березовые. Это ужасно просто. Это же надо как. Ну, распирать надо опять новыми. Вот оно какое дело-то. Но оно поднялось до этой, дальше не идет. Если бы она прибывала, вода, сейчас еще прибывать-то? Ну и этого хватает. У меня-то было желание поднять вот на эту высоту. То есть еще сантиметров 40-60. Вот до сюда вот. А дальше-то видишь, какой вал навалили? Вон. Ага. Отдельно. Это не... дальше вполне может под эту доску поднимать. У нас доски есть тут, вот они лежат. Доски только вставляй. Ну и закрепляй. Он там повыше, она упирается посередине. А я не пойму, что это за гвозди вот это? Вот это. А, они тут сетку вешали. А-а-а. Сетку, сетку. Карасей ловили этих. Ну да. Ну все на этом. Мы сейчас уходим, наверное, по этой стороне, он пускай машину гонит с той стороны. А мы тут уйдем рядом. Все, выключай. Да, пошли.